Здравствуйте, Максим. Это видео про ваши чипы-одуванчики. Я надеюсь, вы прекрасно поймете то, что я вам рассказываю. Итак, первый чип для вашего Гелиоса. Фокусное расстояние запрограммировано 58 мм, диафрагма 2, задержка входа в режим программирования 1 секунда, ловушка фокуса выключена. Ловушка фокуса для беззеркальных камер не нужна. У вас будет работать фокус гид. Чип номер один. Чип номер два. Здесь фокусное расстояние 50 мм, диафрагма 1,2. Ловушка фокуса выключена. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Чип номер 2. И третий чип для Зенитара. Фокусное расстояние 16 мм, диафрагма 2,8. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Ловушка фокуса выключена. Калибр для точного позиционирования. Мой совет: сначала установите чип на каждый объектив с помощью двухстороннего скотча. Вот смотрите, как это сделано у меня. Вот, поставили чип на скотч. Небольшой кусочек двухстороннего скотча я высылаю в комплекте с чипами. Проверили в камере. Если камера не показывает диафрагму, соответственно, вытащили адаптер с чипом и сдвинули чип на двухстороннем скотче. Сдвинули вправо или влево, посмотрели, если камера показывает диафрагму, значит, все сделано правильно. Снова убираем адаптер с чипом, отмечаем границы посадки чипа на адаптере, убираем чип, убираем остатки двухстороннего скотча и черную краску. Все это дело обезжириваем нижнюю часть чипа и только потом наклеиваем с помощью клея, который тоже идет в комплекте. Но ни в коем случае не наливайте клей из тюбика на адаптер. Здесь в комплекте идет зубочистка. То есть выливаете клея немножечко на какую-то поверхность. И зубочисткой очень небольшое количество наносите на адаптер. И приклеиваете чип по границам, которые вы отметили. Вот только в таком порядке. Я вам дополнительно это все еще напишу в письме. Клей, калибр, двухсторонний скотч, три чипа. Сейчас я это все упакую и завтра отправлю из Словакии. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.